Угроза убийством – это, как правило, словесное обещание одного лица другому нанести тяжкие телесные повреждения или убить. Она также может быть выражена с помощью жестов и знаков. Такие действия могут показаться безобидными, однако в ряде случаев за подобные угрозы можно получить реальный тюремный срок. Подробнее об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. За угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться указанной угрозы, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Обращаю внимание граждан, что неоднократно имели место быть случаи, когда лицо, совершившее указанное преступление, через определенный промежуток времени совершало более тяжкие преступления против личности, такие как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.